обычно. Кофе 300 миллилитров и 2-3 таблетки этого самого сахарозаменителя. 2 яйца, 2 сосиски с сыром и морковка. Ну и ужин, бутерброд с маслом и с ненатуральной красной икрой и пиво, чтобы отпраздновать наши достижения. Подошел к концу 7-й день, достижения хорошие. Получилось за неделю сбросить 800 кило. Сейчас у нас 21.36. 26 933 шага я прошел. Ну и далее все будет по ссылке вот здесь. Вот. Очень хорошее приложение, благодаря которому можно контролировать свой вес, в принципе, не переедать, делать минимальную нагрузку для того, чтобы оставаться в рамках, которые вы себе можете поставить. Вот, если кому-то нужно будет, ссылка на приложение будет в описании. Всем пока. Thank you.